приветствую. Поздравляю с Днем России, для кого это является праздником. Ну, как минимум, повод для выходных дней, которые можно провести в кругу семьи или близких. Вот под разными ракурсами пытаюсь, но не удается мне. Видите, Integrated Amplifier получается, а вот дальше модель LA01A никак не получается заснять. Так, что, может, нам лампа мешает? В общем, это не важно. Я думал, что оно, может, как-то подсвечивается, но нет. Оно просто такой дизайн. По сути, знаете, 79-й год. А это мы говорим про усилитель. А сделано, конечно, по дизайну вообще бомбово. По хай-эндному на сегодняшний день, да, то есть стекло, вот это вот все, нижняя панель. Круто, короче. Здесь, видите, толщина такая линзы стеклянной. Так, сейчас вообще, в принципе, задачи ролик снимать сейчас не было, но просто решил все равно сделать. Вот. Собственно, мой LA01, он такой вот ультракомплектный. Здесь вот это типа документов. То есть, оно, видите, номер пропечатанный. Бумага такая крафтовая, то есть она, это не, ну как она, тисненная, скажем так. Вот, я думаю, что это что-то типа гарантийного талона или еще что-то. Здесь вот тоже какая-то, видите, так вот в уголочке вставленная. Вот. Книжечка, но мы сейчас ее читать не будем. Я вообще сейчас много рассказывать об этом усилителе не буду. Извиняюсь. Просто скажу, что вот это вот бас-машина, короче. То есть он из любых колонок вытащит бас. Но мне это было известно заранее, потому что с аппаратурой компании Kenwood Trio, пусть чуть-чуть вскользь, был знаком. И, в принципе, мне было понятно, что ожидать, учитывая, что это высший элемент, высшее творение, то, собственно, все сделано по максимуму. Тембр-блок отсутствует напрочь, зато есть loudness. Причем здорово, что его можно включить на 30 Гц, на 100 Гц, и можно отрегулировать подъем, то есть силу подъема. 3 дБ, 6 дБ и 9 дБ. Вот. Ну вот я решил на 30-очке, на 3 дБ, чтобы подчеркнуть характер звука, присущий этому усилителю. Смотрите, то есть даже баланс, он как бы есть, если он вам нужен. Но если он вам не нужен, то вы его отключаете, чтобы его не было. Ну вот. Короче, крутая штука. Вот. Конечно, это не совсем мой звук. Но для колонок типа вот как Yamaha, вот это вот FX3, то, что надо. Надо, конечно, к ним его зацепить, но эти тоже весят 62 кило, и как бы туда-сюда все это таскать не стал. Вот. Так что, да, и что хочу сказать. Я свой комплект буду продавать недешево однозначно, и не завтра, потому что, слава богу, все функции работают, но без профилактики никуда, чтобы все было по красоте. Поэтому, если кому-то нужен усилитель с басами, сейчас есть на Авито недорогие предложения. Берите, не думайте, потому что если как бы сделать какую-то оценку безотносительно там, кто за сколько продает именно этот усилитель, а сравнивать его с какими-то другими усилителями, то его объективная цена на сегодняшний день должна быть от 120 до 150 тысяч рублей. Речь не идет о том, за сколько я его буду продавать. Речь идет о том, что, в принципе, он достоин стоить таких денег. Поэтому, когда есть там варианты предложения в районе 50 тысяч, 70 тысяч, это очень хорошие предложения. И, опять же, если вы басофил, то есть вас интересует бас, здесь он не то, что есть, здесь его просто валом.
И он не просто рыхлая вата, это контролируемый панчевый бас, который прям пробивает все на своем пути. То есть, если ты сидишь на стуле, то ты понимаешь, как у тебя стул трясется. С этим усилителем складывается впечатление, что звукорежиссер барабанщика ставит на первый план. Но опять же, конечно, если вывести в ноль, то получим более нейтральную картинку. То есть высокие, средние здесь вообще не на первом плане, они как бы такие второплановые. Ну вот, например, с проигрывателями однобитными от Sony, которые довольно ясные, детальные, можно компенсировать, да. Ну, то есть и другие источники, которые тоже являются довольно такими насыщенными, скажем, по высоким и средним частотам, они очень подойдут к подобному усилителю. Ну, в общем, надо, конечно, комплект, его надо компоновать. Компоновать правильно, а правильно это под свои задачи, то есть которые вы сами непосредственно ставите перед аппаратурой. Вы придумали, как она должна звучать, и, пожалуйста, техника должна лишь вам позволить реализовать вашу задумку. Какого-то истинного правильно не существует. Вот, а вообще это видео я изначально просто хотел, эту вещь я хотел достать и послушать. Мне удалось, я отслушал «Князь тишины» два раза. Прям, знаете, как будто на концерте побывал. То есть вопрос не аудиофилии, когда ты там слышишь что-то или не слышишь, а вопрос, когда у тебя настроение такое появляется, ну, поорать вместе с вокалистом любимые песни, то есть какое-то вот такое настроение, дебош, короче, можно так его назвать. Сидеть не хочется, хочется, ну, хочется участвовать, в общем, в процессе. Вот, собственно, понятно, что большинство зрителей моего канала все это видели, но я это видео прикреплю к объявлению данного проигрывателя. Это не тот, который у меня вот недавно был, это уже другой. Вот. Ну, конечно, кстати, знаете, проигрыватель не дешевый, но вот он же и не самый дорогой, и есть много других компаний, которые вещи предлагают и более дорогие, и во много раз дороже. Вот просто посмотрите, как здесь скомпоновано, устроено все это, да. То есть, смотрите, там, где диск крутится, то здесь вот они сюда зафигачили такой алюминиевый лист сверху, да, закрутили. То есть, опять же, кто сюда должен? Разве человек, который пользуется этой вещью, сюда будет залазить? Нет. Но вот эта вот вся эстетика, то есть огромный трансформатор, как в усилителе. Здесь, значит, это у нас плата по питанию. Все распределили. Здесь, соответственно, плата по выходному, по выходным делам. Тут, видите, все симметрия, да? То есть левый канал, правый канал. Вот. Ну, вдаваться не буду в подробности. Просто эстетически это все, конечно, наблюдать очень приятно. Оно выглядит, как будто бы это просто... ну, для каких-то космических вещей предназначено. То есть все очень строго, дорого, богато и прям вот, ну, круто. Какие-то впечатления, как будто реально для какой-то космической программы. Что это не CD-проигрыватель, а какой-то блок, управляющий там, не знаю, полетами на Марс. Вот, что касается косметики данного аппарата, здесь есть на крышке. Ну, вот одна такая... Ну, короче, есть вот, знаете, чуть-чуть есть там, да, чего-то. Но вот такое, что даже надо искать. То есть, ну, в принципе, вот это. И где тут еще? И вот тут какая-то царапулька, вот. Мордашка в паридосе. Дерево. Тоже хорошо. Вот, так что сохран, короче, не прям идеальный. Но более чем достойный. Вот.
Пультик вот такой в комплекте. Ну, данные функции тут, конечно, они не в тему. Но вот ничего страшного. Собственно, зато все остальное работает. Все регулирует, все подходит. Да, ну а так, ребят, не буду я сегодня это. Просто говорю еще раз, я мог бы просто сделать видео обычное по сидюку, там, проверки туда-сюда. Но захотелось немножечко рассказать для затравочки про вот эту штуку от компании Kenwood. По сути, их немного. Это вот L01A, L02. А это вообще там супер-ультра дорогая штука, выходящая из этого, как продолжение через 3 года. LA01 это более современная такая уже, ну, более попсовая штуковина, но тоже прикольная. Вот три аппарата, все. И лично меня от компании Kenwood-Trio, вот кроме этих трех аппаратов, больше ничего не интересовало. Я очень долго искал, чтобы приобрести, ну и вот удача улыбнулась, приобрел. Я не говорю, что другие плохие или там еще что, но это вещи высшей лиги, 79-й год, 270 тысяч йен. За, собственно, здесь у нас это вот блок питания, а это сам усилитель. Оно, видите, как они соединены вот таким вот. То есть к блоку питания идет кабель питания, и от него вот такой вот кабель с такой большой розеткой на 16 контактов. То есть там раздельное питание для, собственно, разных частей. Конечно, когда будет обзор этого усилителя, я открою крышку, вам покажу, как там что устроено. Здесь внутри три трансформатора. Размеры трансформаторов такие, что каждый из этих трансформаторов вполне способен обеспечить хорошее питание хорошему усилителю, а тут их целых три. Все, хорош болтологией заниматься, короче, чуть-чуть музыки и по домам.